Принесут их к своим воробей, мы начинаем снимать игрушку. Если начинаем, мы продолжаем снимать Call of Duty Advanced Warfare. И остановились мы с вами на второй миссии. Атлас. Можете прочитать, если хотите. Так, про это я расскажу чуть позже. Сейчас будем смотреть заставку. На второй день кровопролитных боев морские пехотинцы сумели вытеснить северокорейские войска из Сеула. Учитывая, что скоро им на помощь прибывает еще одна дивизия, можно надеяться, что стабильность вернутся в регион. Почему одних смерть минует, а других забирает с собой? Я так и не смог найти ответ. И все-таки смерть приходит. Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Мой лучший друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. А живые должны платить по счетам. Сегодня мы прощаемся с рядовым Уильямом Робертом Айронсом. С человеком, служить с которым было честью для меня. Суть жизни в том, как сильно она влияет на жизнь других. Если это так, рядовой Айронс останется для нас одним из лучших. Вот как-то вот так вот у нас начинается такая грустная история в версии Call of Duty. Точнее, с второй серии вот так начинается, немного грустно. Ну, ладно, надеемся, что дальше будет все хорошо, с нашим героем все будет хорошо. И сейчас ожидаем до конца загрузки этого видео. Так как можете посмотреть справа внизу, загрузка до конца еще не дошла. Так что ожидаем. Заставка уже почти подошла к концу. Вот Атлас 24 июня 2054 года. Тип скелет специалист, щит, Эверхоу, по-моему, еще что-то там было. Не успел прочитать. Его будет помнить семья, друзья, соратники и народ Америки. Так, вот, все почитают память. Так, я понимаю, первый, кто был, это отец нашего друга, хорошего друга. Он, еще все какие-то знакомые, друзья, родственники тоже, думаю, какие-то. Вот это, так понимаю, его мать, как мне кажется. Так, тут наши друзья военные, наши командники, так сказать. Да, друзья по роте, еще можно так назвать. И вон фотография нашего друга. Вот, нажмите его, чтобы почтить память. Почтим память нашему другу, конечно же. Вот наш остаток от нашей руки. Потому что, как помните, в прошлой серии ее просто оторвало какой-то железной пластиной, даже так сказать. Так, идем дальше. Прости, Митчелл. Уилл был одним из лучших. Знаешь, мы своих не бросаем. Если тебе нужно... Простите, рядовой Митчелл. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Да, мы думали, ты его отец. Мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Митчелл, вы лучший друг Уилла. Вы оба пожертвовали для страны слишком многим. Это ужасная трагедия, сэр. Не просто ужасная, сержант. Ненужная. Сынок, я хочу дать тебе второй шанс. Мистер Айронс, Митчелл уволен в запас. Его раны... Я знаю о его ранах, сержант. У нас в Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь место в армии, которое достойно тебя. Подумай. Уилл не мог умереть. Если так посмотреть, то он вот еще карточку из ниоткуда.
Он там уже вычитает память, выстрелы. О, походу нам уже руку, кстати, восстановили, установили протез. Выглядит, по-моему, довольно реалистично. Вот мы уже на нашей первой миссии, я так понимаю, в Атласе. Так, присядем, ну и пойдем. У нас тут есть автомат с глушителем, с прицелом, который меняет цвет при наведении на противника. Так. Да, глушитель отлично работает. Вроде, не, вон еще один. Все. Ночь у нас тут, дождик идет небольшой. Тут какой-то пентхаус. Я, что же нам нужно сделать? На тавке вроде ничего нет. Так, вон, в принципе, противники. Я думаю, их трогать не надо, хотя я думаю, если они там стоят, то они, их можно, в принципе, завалить. Ну, будем идти по истории, так сказать. Давайте. Вот, мы подошли. Сенсорный, хорошо. Сенсор. Бум. Вот. Видно противников через стену. Довольно неплохая вещь. В мультиплеере она тоже неплохо помогает. В мультиплеере уже придумали там всякие, так сказать, тактики, типа думала граната, потом да. Сенсорная. Какой-то заряд бесшумный. Неплохо выглядит. Посрать захотел, да? Не, не получится. Можете назвать сход. Зулу, Данго. Да, все, молодец, пошли. Возьмем вот этот автоматик, мне он очень нравится. Еще по мультиплееру. Идем дальше. Так, нужно вывести этого человека. Опа. Только возьмем вот этот, мне она больше нравится. Прицельчик хороший, он... Кстати, во! С этим прицелом видно этих дроидов через стены. Вообще офигенская вещь. Так, что дальше? Сюда что ли? Да, сюда. Вот, также видно врагов. Валим их. Так. Так, гранатку. О, вообще офигенская вещь. Так. Я тебя вижу. А, рука! Да, да, со мной все хорошо. Откуда не лезь сюда. Так, где еще? Все или не все? А, еще. Ладно. Никто ничего не видел. Так, вот тут такой прицельщик комбинированный. Нажимаем Shift, он приближает и отдаляет. Вот такой прицел. Встраивает меня. Так. Да, машина едет. Ложимся. И ждем. Нам пока можно взять автомат с глушителем. Ой. Я с глушителем выбросил. Блин. Не стреляй, ну ладно, не стреляй, не стреляй. Я думаю, мы их тут не перебьем, если будем стрелять. Так. Я все-таки так бы хотел выстрелить, ну ладно. Так, не люблю в играх такое выделение, когда делают когда вот своего мудрость, такое выделение, это не очень реалистично так выглядит. Пророк, мне такое не нравится. Как у нас с эвакуацией? Так, я думаю, что... Так, нет, вот так все-таки лучше. Противник. Так. 4. Не знаю, что мы включили, но ну ладно. Так. Вон. Так. В принципе, они сами всех убивают. Так. Ну давай, давай. F. О. Да что опять с рукой-то, блин? Ау! Ау! Оу! Он быстро его убил. Ты покойник.
А... Спрос. Что? Отказ техники нет. Это, походу, типа уже тренировка. Неплохо, это напоминает из фильма Люди Икс, по-моему, третья часть. Там тоже у них такая в начале серии была тренировочка. Это все его рука. Я знал, что... То же самое. Эта рука стоит больше, чем все, что здесь есть. Как там мой... Прикольненько. Набирает обороты. Продать, да, интересно, удастся. Это отличный солдат. Грустно, когда армия отказывается от таких людей. Да, да. Прыгай, устрою тебе тур. Да, хорошо, давай. А чё кто там сидит? Здорово, чё. Давай, чё дальше. Ну, прикольно сделано. Вот бы такое потом было тоже. Так, ну давай, зарезай. Вот. Все, залезли. Теперь поехали. Этот как-то уже успел залезть без звука. Там что-то летит, походу. О, вертолетик. Напоминает, кстати, тот, который в первой серии, который мы взрывали. Там, где погиб наш друг. Типа город, что ли? И он все одна военная база. А что-то люди такие гражданские. Самая большая армия в мире, но мы слум никакой стране. Мы не правительство и не скрываем своих возможностей. Мы не политики, мы сила, суперсила для найма. Ни хрена себе сила. Вот это точно сила. Вот такая ходячая сила. И по-моему, вот те дроиды, которые там летали, вот эта сила у нас напала в первой части. Создал целую инфраструктуру первой серии. Сьерра-Леона, Нигерии. Вот за они. Несколько лет мы делаем то, на что у властей уходят годы. Суть в том, что часто мы более эффективны, чем те, кто нас нанял. Мой сын в этом убедился. Ясненько. А это, случайно, не ты ли напал на нас тогда? Что, не твои ли дроиды напали на нас, точнее? Вертолетик лисит. Ну, кстати. Да не, вон, сейчас. Митчелл. А, да? Знаю, ты здесь не ради денег. Да. В этом ты очень похож на Уилла. Да. Теперь займись рукой. Хорошо. Насчет тех разведанных или неразведанных, то, что я хотел рассказать попозже. Это, я так понимаю... Сюда. Конечно, не уверен, но я думаю, что это как в Modern Warfare 1. Собираешь всякие компьютеры, и там можно потом... Сказали, что это была атака. Да. И потом, типа, можно какие-то, я думаю, дополнения, какие-то бонусы переоткрывать. Вот компьютеры такие. Где-то этот компьютер один раз нашел, уже не помню где. Ну ладно. Как мы видели на уровне их 3, значит, если можно входить еще поискать. Мне немного лень это делать, туда вперед тихо. Здорово, да. Давай, ну, поболтай со мной, давай. Я такой серьезный. Я такой серьезный. Ладно. Идем дальше. Бежать мы, к сожалению, не можем. Пока что. Атлас, диванчики такие. Танчик. Прикольно сделано для посетителей так. О! Как за костюмы эти. Да я не задираю. Ну, только если слегка. Здесь что-то проверяют. Тоже интересно. Вот показать. Ну. А, ясно. Идем дальше. Так. Мы разработали два типа экзо. Штурмовые и специальные. У каждого есть основные и дополнительные функции. В штурмовом есть усиление прыжков и пищалки для работы с толпой. В специалисте, что сейчас на тебе, встроен щит, есть функция овердрайва. Техники тебя ждут. Почини эту штуку. Да, да, идем чинить. Здравствуйте, Мичел. Здорово, пацан. Посмотрим, что там с этой рукой. Это Никита выше меня тут чувствует. Что за королька играем, что ли? Нет, мне нравится. Да, что ли? Ну. Оу. Как настоящая прям.
Сейчас прогоню несколько тестов. Давай побыстрее. Это у меня какие-то железные хрень в руке. О, вот это такой неплохой интерактивчик сделан. Вот такого бы в игре почаще. Мало таких игр есть, которые не интерактив делают, хотя бы пальцем подвигать можно. И что-то взять, переместить, переставить. Еще раз. Сейчас вся рука как-то двигается. Кажется, я вижу, в чем проблема. Ну так устрани ее тогда, раз видишь. Еще раз, пожалуйста. О, он нормально. Ладно, все в порядке. Но я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Да, хорошо, спасибо. Я к вам зайду еще. Что там нашли-то у меня, интересно? Только все светится, не вижу. Ладно, идем. Так, там все пушку протекают, тут за костюмы протекают. Выполнить сделано. Пойдем на стрельбище. Ну, это уже переоделся, за костюмы делал. О, а тут борьба. У него штурмовой экзот, у бедолаг нет. Давайте, завались вы его. Ну, уже один. Во, красавца. Завалили толпой. Ой, или случайно. Бежим, бежим. Опять дроиды. Не люблю эти дроиды. Сам после того, как они напали у нас в первой серии. О, пушечки. Даже лучше. Водичка. О. Пытаешься что-то доказать? Вот стрельбище. Мне стараться незачем. Первое место все равно за мной. Ненадолго. Ладно, взять. Вот это. И вот это. Он, блин, вот это. Установленный драйв. Использую его, чтобы получить тактическое так. Превосходство. Батарея овердрайва садится очень быстро. Использую его. Ничего, не который. Когда будешь готов, займи позицию. Ладно, начинаем. Начинаю тренировку. Первый раунд. И чё? Раз, два. Так это хороший. Так. Используйте овердрайв. О, замедление. Прикольно сделано. Ой. Человек убили. Второй раунд. Ага. Так. Били. 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 Убили. Перезарядка быстрее. Били. Убили. Используйте овердрайв. Не, не успеваю. Овердрайв. Во, успели. Так. Выключаем. Перезарядка. Третий раунд. Третий, вы охренели. Вот, вот. Ну, как хороший. Плохой. Плохой. Плохой, плохой, плохой. Блин. Используйте овердрайв. Так. Вот так. И вот так. И вот так. Вот, отлично вообще. Так, опять все. Тренировка завершена. Ага. Во. Отлично. Первое место мое. Все. Тебе капец. Теперь метание гранат. Чего? Ну, ладно. Пошли. Я и там побежду. Победил. Выиграю, короче. Ну, уйди ты давай быстрее. Что ты такой медленный? Босс, мы готовы снова запустить симулятор. Босс понял. Мы с Митчеллом будем через минуту. Симулятор, вот это что ли? Хорошо. Вот, обожаю вот этот прицельчик. Ты можешь переключаться между типами гранат на ходу в зависимости от цели. Как взять? Кидай сенсорную гранату! Сенсорную. О. Вот. О! Стрели сквозь стену, чтобы поразить те мишени. Переключись на Эми, чтобы уничтожить дроны. Сенсор, свет, Эми. О.
Понятно. Гранату и держи прицел для наведения. Бум. Хорошо, повторим, теперь всерьез. Всерьез? Ты чё, охренел? Начинаю тренировку по метанию гранат. Так, значит, сенс. Блин. Так, вот так. Так, еще раз сенсорную. Так, Эми. Вот так, вот так. Так, вот. Эми. Так, вот Эми. Вот сенсор. Ой, вот это. Тренировка завершена. Почти. Оценка отличная. Во. Отлично. Отлично. Пошли. Идем в симулятор еще раз. Еще раз, тут и охренел. Зайдем, посмотрим, что тут есть. Патрончики, походу. О, какой-то. Надо тестировать, походу. Куда эти тачки? А, это. Активирую тренировочные дроны. Офигеть. Прикольно. О. Офигеть. Так. Летим, летим. О. Верно, что? Ну, прикольная вещь, слушайте. Так. Еще 5 осталось. Найдем, завалим. Вот еще. Так, куда еще? Вот еще. Вот еще. Еще две. Так, тут-то ничего нет. Нет. Где же еще две? Ладно, сейчас найдем. Пойдем. Ладно. Ну, хоть попробовали. Тут ничего нет? Нет, ничего. Мы, кстати, бегать теперь можем. Тут ничего. Вот. А сюда можно? О, сюда можно. Тут туса, да? Здесь ничего нет. Полицейский? Что-то полицейский делает. И, кстати, костюмчики, по-моему, даже поприкольнее, чем у нас. О, да. Бежим. Ой, блин. Возьмем вот это. Дробаш вроде. И возьмем. О, да. Здорово, чел. О, я оборзел. Ну, ты оборзел. Они... Вот эти снайперки полные говно. Вот это так, на 45. Так, и то же самое. Ладно, идем. Проходим самый первый тест, который у нас был в самом начале серии, снова. Штурм, значит, без глушителей, походу, да? Подготовка режима штурм. Запускаем симулятор. 3, 2, 1. О. Ой. Да вы... Так. Вообще офигенская вещь. О, вообще супер. Боже, где? О, всё. А, да, я забыл про за костюм. Формировать. Какая через окна идет. О! Блин, ничего вроде не видно, никого нет пока. Я раз заскриптован. О! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, извините, пацаны. Извиняюсь. О, за рубашом пойдем. Давайте здесь ворвемся. А ну выйти.
пацаны. О, давайте. Так. Есть. Во. Вообще офигеть. Бум. Такие. Такая пушечка. Все. Типа такая звуковая пушка какая-то. Так. Еще раз. Вообще офигеть. Блин. Так. Там еще один был. Чисто? Чисто. Так. Так. Бум. И... Давай, давай. О, стреляй. Все. Толчкинку, толчкинку. Тут ничего. Мистер Президент, мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код? Альфа, Зулу, Танго. Код принят. Держитесь за нами. Вперед. Так, патроны есть или? Атлас 01. Внимание, к вам направляется большой ряд противника. Большой ряд противника. Ой-ой-ой. Так, Эми. Все нормально? Да, все нормально. Пока что сенсор нужен. Мичел, да. Используй штурмовой дрон. Как дрон-то использовать? Во. Давай, лети. Так. Во, сейчас всех по кромам ставим. Где вы еще? Машину! Всех завалим. Где еще? Не вижу. Вот он. Все? В зоне чисто. Все. Продолжай движение. Так, все. Бундербаш прикольный такой. Энергию как-то стреляет. И звуком каким-то. Так. И патрон присекающийся. Так что мы возьмем. Так что мы возьмем. Мы возьмем вот это. Во, прикольно. Это мой стиль. Идем, идем. Давайте, мистер президент. Потус. Мистер Потус, пошли. Потус. Пророк, мы приближаемся к северному подъезду дороги. Нужна немедленная эвакуация. Вас понял, ОВОС 01. Транспорт на подходе. Так, что тут у нас сенсор, значит? А, где противники? Ладно. Не, на этот раз не вложили. Во, все работает. Садись, Потус. Улепетывай. На дороге. Так, во, офигенская еще вещь. Так, Эми. Так. Во. Супер. Граната. Так. Птичка. Давайте птички. Во, прицел хороший. Похоже, теперь что, у нас есть оператор. Он скоро будет, сэр. Он готов к реальной работе. Отлично, сынок. Я рад, что ты в Атласе. Я тоже. Но все-таки с нашим другом было бы лучше. Походу, в армию мы с вами уже не будем. Ладно. Так, что же? Наверное, улучшение зайдем. Нам надо улучшить. Так, обнаружение. Это... Обнаружение гранат. Ладно, давайте на единичку. Вот. А, и все. А, ну да, я там как-то ушел. Ладно. Перезарядку тут ушел, тряску ушел, чтобы прицеливание при попадании прицела сбивалось меньше. На 80%. Сопротивление снижает урон от взрыва на 50%. Так, неплохо получилось. Броня увеличивает взрыв на 10%. Хорошая вещь, потом нужно докачать.
Так, ну мы вот вроде все улучшили. Ну тогда я думаю, с вами серию закончим. Продолжим уже в следующей серии проходить дальше, третью главу. Чем? Третью часть этой главы, наверное, вот так лучше сказать. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Воробей. Всем пока.